дорогие друзья! С вами Наталья из библиотеки Мидланд. Сегодня мы с вами будем работать с пальчиками и будем считать наши пальчики. Вы готовы? Начинаем! Раз, два, три, четыре, пять. Вышли пальчики гулять. Раз, два, три, четыре, пять. В домик спрятались опять. Если у вашего малыша не получается считать самостоятельно, дорогие взрослые, помогите ребенку, считайте вместе. Давайте еще раз повторим и сделаем это для другой руки. Раз, два, три, четыре, пять. Вышли пальчики гулять. Раз, два, три, четыре, пять. В домик спрятались опять. Делайте эту пальчиковую гимнастику как можно чаще. И у ребенка мышцы укрепятся сильнее, быстрее он начнет держать ручку и начнет писать. На этом мы заканчиваем. Всего вам доброго. До свидания.